Лариса, привет! Физкульт, привет! Как дела? Ну, как видишь, отлично. Во сколько сюда приехали? 2 часа? А сейчас сколько? Сейчас уже полдесятого. Ну вот. Ну, с перерывом на здоровое питание, да, на коктейль здоровый. Яблоко, апельсин. А все остальное было сауна, хамам, бассейн, тренажеры. Ну, классно, что классно. Раз купила на эту дорогу. Путешествия привожу себе в порядок. Не могу, как только дома засиживать, все, сразу начинает ломать. Поэтому вот классно, пришла в тренажерный зал, записалась. Получаю удовольствие. Да. Поехали, поехали. Какой же русский не любит быстрой езды? Жаль, что на этом тренажере едешь только на месте. Можно было куда-то умчаться в далекие края. Меня всегда очень заводит самолет. Я так люблю летать на самолетах. И вот когда он набирает скорость, он почти на месте, потом как рванул, быстрее, быстрее, быстрее. И я всегда думаю, вот так бы бизнес строить. Да, как самолет 80% топлива тратит на взлете, а потом 20% по инерции летит. Так у нас в бизнесе. 80% нужно сейчас или на стартовать, в самом начале. А потом на 20% усилий мы получаем 80% результата. Поэтому пока рынок делится, пока происходит реформация, нужно действовать. Хорошо. Физкульт, привет, Лара.